Вот, хотел показать вам кожу. Собственно, вот такую кожу я беру. Это пала, так называемая. Значит, вот это синяя, ну тут вот может быть не очень видно, что, чем она. А, вот так видно. Отличается. Значит, толщина вот этой синей где-то миллиметр-полтора. Это вот очень хорошо для мидори, для записных книжек. Вот синие вот такие куски. Но тут надо смотреть, чтобы сзади не было этих самых порезов. Я вообще смотрю. Вот, ну вот, вот коричневая этим сильно страдает обычно. А коричневая, вот, значит, все я у них забрал. Вообще Бертаун, по-моему, закрывается, что ли, что они распродают. Остатки, вот из коричневой, вот он сделан, вот из такой кожи. И она, чем дольше, тем она будет прикольнее смотреться. Значит, ну я взял черный. Значит, много коричневый. Вот сейчас у них акция, так что я довольно бюджетно все это. Вот коричневая, большой объем, можно в принципе сумку. Так, вот это мне нравится, это коньяк у них называется, тоже пола, она толстая. Вот, к сожалению, ее был всего один кусок, который мне понравился. Ну, из нее что-то там получится, допустим, вот. Мидори, обложка, еще какие-нибудь детали, длинный ремень можно сделать. И, собственно, черная. Ну, черной с изнанкой проблем никогда не было. Может, в этот раз тоже я смотрю обычно. Черная толстая. Она вся практически толстая. Там 3 где-то миллиметра. Ну, вот из нее вон тот вот этот, как это назвать его, кофр, то есть вот из такой вот кожи. Я, по-моему, его снимал, не снимал, не помню. Вот с ним, кстати, ездил. Вот, значит, такая вот кожа, вот тут дефекты по краю. Но это все вот можно маленькие какие-то там кошельки, допустим, делать. Так что вот представляю вам кожу. Но это пола, она считается не очень качественная кожа. Так это для тренировки. А вот, кстати, портфель из кожи коньяк целиком. Вот такой вот он коньяк, по-моему. Да, сейчас мы сравним. Коньяк это или вермут. Не, коньяк. Все, значит, цикл из 3. Теперь будет 4-е видео, но оно будет уже не в рамках марафона. Я устал. И вы от меня устали. Значит, ну где-нибудь через неделю я заточу. Проблема в торцбилы. Надо заточить, чтобы они резали кромку. Никак я с этим не разберусь, не справлюсь. Где-нибудь через неделю будет мастер-класс по работе с кожей. То есть у нас 3 видео вышло. Инструменты, фурнитура и сама кожа. Вот она в большом количестве. Все, следующее видео будет, собственно, работа. Ну, если будем живы. Собственно, работа с кожей. Ну, через неделю. Вот у меня какой фибровый чемодан. Ух, я его... Думал, что подреставрирую. Вот эта бумага вся какая-то отлетела. Я хочу сюда все кожаные обрезки. У меня их такое сейчас количество. Вот, полный шкаф. Вот это все вот мешки с обрезками. И я, собственно, там удобно будет копаться. Никогда не выбрасывайте фибровые чемоданы. Даю вам зарок. И все записывайте. Все, всем спасибо, stay tuned, очень короткое видео.